Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что это наша вот эта сегодняшняя встреча, она, наверное, уже носит такой традиционный наши встречи по выходным дням. Потому что, когда все отдыхают, ансамбль Локтева традиционно работает. Вот сейчас, через короткое время, вы давно услышите хор. Оркестр буквально несколько дней назад закончил свой концертный сезон. Концертом, но тем не менее, я думаю, что-то у них будет еще происходить. Хореография, как всегда, у нас тоже в дороге, в пути. То есть каникулы, я так понимаю, не для нас. Вот о чем бы я хотел остановиться. Небольшой экскурс в наш уже закончившийся сезон. И вы знаете, когда начинаешь смотреть и думать, и вспоминать, что-то уже забывается. А когда начинаешь вспоминать, а ведь такое количество было знаменательных, ярких, красивых событий, что, вы знаете, просто охватывает какая-то безумная гордость за ансамбль Локтева, за наш ансамбль Локтева, за наших детей, за наших педагогов, за наших родителей, потому что вот все эти достижения, они возможны только тогда, когда мы едины все. Дети, педагоги, родители. А мы едины. И поэтому этот год был прекрасный в творческом плане. И я уверен, что следующий год будет такой же. И вот возникла в этой связи одна еще идея, с которой я хотел бы поделиться. Но это идея, скажем так, вот для наших замечательных бабушек и дедушек, которые приводят своих пока маленьких детей. Есть у нас мысль создать такой хор наших дедушек и бабушек. Такой, знаете, как бы такой некий филиальный вариант ансамбля Локтева. То есть хор такого серебряного возраста. И вот в этой связи я и хочу обратиться, дорогие бабушки, дедушки. Мы с сентября начнем. Это будет наверняка очень интересно. И вы знаете, я думаю, оказаться на одной сцене с нашими, вашими любимыми детьми и внуками, мне кажется, это лучшего подарка совместного, по-моему, найти невозможно. Поэтому подумайте, пожалуйста, над моими словами, и мы вас ждем в хор. Меня зовут Ксения Анатольевна, я педагог дополнительного образования ансамбля песни и пляски имени Локтева. И я приглашаю наших дорогих бабушек и дедушек присоединиться к нашей большой локтевской семье, а именно к нашему хоровому сообществу. Занятия по хору для взрослых наших любимых бабушек и дедушек буду вести я. И именно я стану вашим проводником в мир музыки. Занятие хоровым искусством – это не только полезно для души, но и очень полезно для тела, потому что в программу нашу включены и физические упражнения на растяжку, и дыхательная гимнастика, что очень позитивно сказывается на нашем физическом состоянии. Также особой радостью будет то, что вы сможете разделить творческий путь ваших внуков вместе, выступить на одной сцене. У нас очень много планов на грядущий год, и мы очень надеемся, что вы к нам присоединитесь и будете выступать вместе с нами. Спасибо большое и доброго лета! И спасибо громадное всем за вот эту замечательную преданность коллективу. Спасибо, дорогие.